Интересно, что у нас будет, что карты скажут по поводу доллара? То есть вырастет ли доллар к концу года после поправок Конституции? Мне вот очень интересно. То есть от доллара все у нас пляшет, все завязано на долларе. Так, доллар у нас это мужчина. Тузом, я не буду представлять его, это мужчина. Нет, не этот мужчина. Не хотят пока мне показывать. Ладно, перемешаю. Доллар у нас это мужчина, это будет король бубен. Король бубен, это доллар, король бубен. Король бубен, доллар. Что будет с долларом? Что у нас будет с долларом до конца года? Так, нормально. Как будто карты хотят, чтобы я его королем червей просто выложил. Тузом. Нет. Ни король червей, ни туз он не будет. Он будет у нас королем. Королем буби. Тузом буби не будет. Что будет с долларом до конца года? Что будет с долларом до конца года? Это доллар. Доллар в России. Что будет с долларом в России до конца 2020 года? После поправок в Конституции. После принятия новой Конституции. Что будет с долларом, карты, скажите? Интересно, как они скажут? Надо еще и ответы подстраивать так. Ну давайте, скажите что-нибудь. Что будет с долларом? Хочет вытягиваться, а? Не хочет вытягиваться. Смотри-ка, чё? К чему доллар будет тяготеть? Так, что у нас дама-то означает? Как подстроить, я даже не знаю. Нравится многим, что ли? Доллар многим нравится или что это? Любовь. Дама – это любовь, это любовница. Это любовь, это чувство. К чему он будет тяготеть? К даме же он не может тяготеть. К чувствам, к эмоциям. Mmm.
Сразу сейчас попытаюсь подстроить. Тут все выпадает обман. Вот здесь все выпадает обман, получается. Вообще, все карты обман. И тут обман, и тут обман. Все обман идет. Даже если отдельно вольта рассматривать, это можно сказать, это наивность. Здесь нет человека, здесь нет ничего, здесь какая-то наивность. И идет обман. С долларом идет обман. Лето, начало осени, обман идет. Курс, что-то с курсом. Это обманчивый курс. Я все равно не понимаю, что это за дама. Это не человек. Это положительные эмоции. Доллар тяготеет к положительным эмоциям, что ли? Здесь не повышение доллара. Не повышение его стоимости в рубле, в рублях. Так, ладно. 9-ка треф. Кто-то на него воздействует. Влиятельный человек, может несколько человек. Три-четыре. Три-четыре человека воздействуют. Кукловоды, что ли? А когда вскроется, интересно, этот обман? Интересно. Может, это вскрытие обмана идет? Дама-то червей, она эмоциональная, она честная. Настоящий курс-то будет интересно у нас? Не настоящий сейчас курс, не настоящий. Он не настоящий, это обман. Курс обманчивый. Это курс. Доллар обманывает. Доллар не может обманывать сам по себе. Курс может быть обманчивый. Влияние. И через это счастье. Счастье в России. Влияние на доллар. Влияние. Благополучие в семье. Может, это Россия? Мать. Это мать. Это Россия, скорее всего. Это не эмоции, это Россия. Счастье в семье. Через влияние каких-то людей. Счастье в семье. Через влияние. Не просто так. Здесь влияние идет. Отдельно рассматривать это дорога. Дорожка. Немножко забыл. А это у нас какая дорога? Утренняя. Скорая дорога. А, нет, это утренняя дорога или какая? Шестерка Буби у нас утренняя дорога. Шестерка Червы. Быстрая дорога. Скорая дорога.
Неприятное общение. А, дословно. Снятие розовых очков идет. Нет, то предыдущим гаданием я гадал. Снятие розовых очков. Снятие розовых очков. Конец года. Как вот. Снимите розовые очки. Снятие. Конец года. Ох. Девятка у нас ударная получается. Девятка редко. Редко девятка выходит положительной картой. Ася, постараюсь немножко, конечно. Если у нас... А если у нас идут... Здесь неприятности идут. Конец года, снятие розовых очков и удар. 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 Конец года. Здесь все нормально. Все нормально. Здесь все нормально. Тоже нормально. Какой-то обман идет. Обман. Счастье в семье через влияние, через манипуляции. Дама — это все равно семейная женщина. Это Россия. Как не смотрю, девятки выпадают. Если 9 и 9, посмотрю, тут неудача идет все равно. Нет, я хочу как-нибудь... Но все равно, даже если вот так смотреть, оно плохо выходит. Никак здесь не подстроить под что-то хорошее. Здесь курс устаканится или денег перестанет хватать держать. Как будто вот середина осени, какой-то перелом идет. Не понимаю. Конечно, уточняющие карты бы выкладывать, но будет сумбур. Так вот яснее. Вот этот триплет, обман полностью означает обман. Да-да-да. Обман. Мухлёж. Это удержание. Это триплет удержания, манипуляция. И счастье через это... Счастье. Здесь снятие розовых очков и удар идет. Неудача, неудача. Почему-то неудача идет. И так смотрю, неудача. И вот так смотрю, неудача. 9-9, неудача. И так тоже неудача. Причем 9-9 это у нас, чтобы не запутаться точно. Точно, вот прям посмотрю. Так, точно посмотрю. 9,9. Разочарование. Как будто как дорога, все равно, вот шестерку если рассматривать, дорога. Дорога к неудаче все равно. Девятка ударная идет. Кончается все. Кончается. Кончается. Конец. Все. Незачем, как будто. Ай, незачем. Ладно. Это конец года. Конец года. Удар. Как будто бы как трамплин. Но наоборот. То есть трамплин, он у нас идет вот так вот. Потом прыжок. А здесь наоборот трамплин. И здесь прыжка нет. Вот туда вот. 9,9. Может, он будет 90 рублей? 96? 9,6. Доллар подлетит. Он должен подлететь.
Я ничего не могу другого сказать. Карты так говорят. Как тут трактовать иначе, я не знаю. Как будто поначалу все нормально, но через обман, через манипуляцию. А потом будет все так, как должно быть. Как будто все спадет. Как будто даже рукой на него махнут. Ай, да и ладно. Что он, сколько там, 96? Ай, и ладно. Это конец года. Конец осени. Конец года. Сейчас последний раз посмотрю. Последний раз. 9, 6. Причем это будет скоро. Не в одночасье, но скорость. Скорость это... Скорость. Девятки выпадают. 90 с чем-то рублей будет. А сколько у нас сейчас? А у меня 72. При том, что нефть 42 рубля. 72 рубля, а он 90. Это плюс 20 рублей. Интересно, насколько цены взлетят. Вот все, последний раз смотрю. И все. Так. Навязчивый разговор, навязчивый диалог, навязчивое какое-то общение, навязчивое присутствие, навязчивое будет вот здесь. Как будто будут пытаться его удержать, что ли. Нужно будет снять розовые очки спадут через удар. Дословно. Дословно известие о неудаче. Отдельно рассматривать удар. Дорога к удару. Скорая дорога к удару. Даже девятки, вот если смотреть, это неудача. Неудачная дорога. Неудачная... Неудачное, не знаю, там, приключение. Что будут пытаться с долларом вытворить, я не знаю. Тут неудача... Конец года он должен взлететь. Если девятки идут, то, скорее всего, 90 рублей. Ну, может, около 100 будет. 96 рублей. Сначала все хорошо, хорошо, хорошо. Перелом идет... Середина осени, конец осени. Все. Ждем, посмотрим. Карты так сказали. Спасибо за внимание. Что могу еще сказать? Ждем конца осени. А, конца осени, начало зимы. Там видно будет, сколько будет у нас доллар.